Всем доброго времени суток, друзья, я вас приветствую на канале. Вот, в сегодняшнем ролике я продолжаю работать над лестничным маршем, над третьим этажом. Вот, так что устраивайтесь поудобнее, запасайтесь терпением и приятного вам просмотра. Весь рабочий процесс будет выполнен в трафаретной технике при помощи мармарина от торговой марки Fadal. Вот. На всю черновую работу, скажем так, у меня ушло почти сутки. Вот. Материал, который будет непосредственно использоваться, вот такой вот структур Putz Antique Decor Maxi торговой марки Fadal, предварительно заколированный в такой вот бежевый цвет по раловскому каталогу 10-15. Итак, я начинаю рабочий процесс. Вот, а вы еще раз устраивайтесь поудобнее. Приятного вам просмотра. Вот, смотрим.
Ну вот, ребята, в принципе, и все. Это, скажем так, конец первой части, первого ролика всех черновых работ. Вот, осталось дождаться до полного высыхания материала на поверхности, и можно будет приступить непосредственно к нанесению уже декоративной краски поверх. Вот. Всем большое спасибо за проявленное терпение во время просмотра, за то, что досмотрели ролик до конца. Вот. Будут вопросы, не стесняйтесь, задавайте, пишите в комментариях, с удовольствием на них отвечу. Вот. На этом пока что. Пока-пока. До скорой встречи.